Всем привет, дорогие друзья! Это снова Топ ДПС. Вернулся я с Москвы. Лемур у нас из Москвы. Да, из Москвы не возвращался, вот там и был. Привет, Лемур. Привет, Вайт. Как дела? Как тебе отдых от записи этих выпусков? Отлично, отдохнул. Побывал на эпицентре, посмотрел дотку, вернулся в дотку, стал катать в дотку. Да, кстати, я тоже это заметил, я тоже в последнее время сыграл достаточно прилично партии. Ну ладно, мы сейчас не про это, у нас все-таки Топ ДПС, и сегодня у нас овер. Хочешь поиграть в L2, но не знаешь где? Тогда L2tops.ru поможет сделать тебе выбор. Анонсы ближайших открытий, удобный поиск, а также обзор серверов от именитых стримеров. Все это и многое другое ждет тебя на этом сайте. Ссылка есть в описании. Ну что ж, Лемор, как думаешь, есть шанс у овера показать хоть какие-то хорошие числа, хоть на каком-то бафе, будь то лоу или топ бафе? На лоу бафе у него есть достаточный шанс показать за счет своего личного хорошего бафа. А вот на топ бафе он вряд ли справится, даже за 60 секунд не убьет. На топ бафе, я думаю, все-таки убьет. Да, на самом деле, да, топ баф от лоу баф отличается только денсами в нашем случае, потому что все бафы на ДПС у нас имеются. Вот, ну а также овер все-таки у нас знаменит больше дебафами, нежели своим ДПСом. Но для меня было открытием то, что а дебафов-то у него практически нету на повышение ДПСа по противнику. Есть только антиков, который и тот снижает только МДФ, он не снижает физзащиту. Так что я был немножко удивлен, оказывается, овер не настолько уж и шикарен дебафами. Он шикарен дебафами в плане замедления, уменьшения атаки, регена ХП и всякого такого. Откат скиллов, ну типа такого, да, лимитов. Как бы персонаж меньше бил, меньше двигался, меньше хилился. Да, а вот чтобы наносить побольше, но нету такого. У него, знаешь, что есть на ДПС? У него есть Аркана Пауэр, такая же Аркана, которая есть у всех магов. То есть, по сути, овер это маг, а не бафер. Допустим, у Варка там находится Аркана Виздом. Вот это тоже было для меня открытие, никогда не играл за овера, но вроде как все просмотрели, ничего такого на ДПС нету, получается, нужно будет только дринить или бить руки. Но, впрочем, мы этим и займемся, проверим, что у нас все-таки овер себя представляет. И, кстати, вы, наверное, могли уже заметить то, что мы на такой интересной локации находимся. Я думаю, то, что надо сделать отдельную рубрику. Сделай скриншот с этого же места, где мы находимся, и получи какой-то приз. Как думаешь, найдут это место легко? Ты видел это место, когда играл в линейку? И именно этот коридор не видел, но я думаю, тут многие пробегали по квестам и прочим. Думаешь, дела. Найду, да? Такую рожицу могут с языком. Найти. Я бы, наверное, даже сразу бы и не нашел. Я бы точно не нашел, надо было бы гуглить. Ну ладно, опять же, не про это. Я думаю, пора уже переходить к тестам. Лемур, ты готов? Да, я готов. Ну окей, тогда лоу баф, легия максет, магическая пушка и дрын. Давай счет. 3, 2, 1, пошли. Я все-таки почему-то верю немного в овера, хоть и здесь один скилл, который не успевает откатываться из-за такой скорости атаки. Но я должен тебе магию бить. Все-таки дебаф на снижение защиты и аура есть на М-атаку, да и мана вроде хватит, должно хватить на дрыв. Как думаешь? Нет. Не убьет, да? Нет. Совсем нет. Совсем нет? На лоу бафе этот 100% не убьешь. Уже прошло половина времени, а ты поставил мне 90к хп еще. Что думаешь, таки овер не дамажит? Они берут измором? Овер берет измором, количеством хп, восстановлением ЦП своим же. Ну да, он же почти бессмертный, считай. Да, пока мана есть, овер живет. Даже, наверное, лучше, чем биш. 3, 2, 1, стоп. 76-175. А ДПС? И ДПС 675. 675. Это один, наверное, из самых маленьких ДПСов? Да. Даже это хуже, чем у Сурка. Это хуже, чем у СВСа без бафа. Это очень печально. Я не знаю, можно, конечно, попробовать потестить еще с ножиком. Все-таки овер способен бить с руки. Все-таки у нас есть Soul Cry, который прибавляет достаточно приличный физатаки, статичный.
из этого с ножа достаточно хороший ДПС может быть. Но, блин, я на Оле не видел оверов, которые бегают в Леге Лайте с ножиком кого-то ковыряют. Все-таки это, наверное, не подходит под нашу рубрику формата с лоу бафа, Оли бафа, где мы пытаемся тестить в том виде, в котором примерно выступает персонаж на Олимпиаде. Или думаешь, все-таки стоит это затестить? На Олимпиаде Макпалка нужна ему, чтобы дебафы провешивать, дрынить издалека. От него же все равно убегают люди. А стоящую грушу он может с ножика потыпить. Может, у него это даже чуть получше получится, чем просто дрынить. Да, я думаю, у него лучше получится, но я думаю, то, что все-таки такие тесты стоит проводить уже на фулл бафе. Так что давай, наверное, все-таки полностью бафнемся, проверим все-таки еще раз с магической атакой, но уже с дэнсами. И если будет все плачевно, то уже переходим в более тяжелую артиллерию, берем в руки ножик, врубаем соул край и начинаем уже ковырять грушу вручную. Давай попробуем. Так, ну что, фулбал готов. Все то же самое, магическая экипировка. Вешаем дебаф и счет, наверное. 3, 2, 1, поехали. Я все-таки думаю, сейчас должен ДПС быть гораздо выше. Ну хотя, блин, один дэнсы. Нет, по-моему, овер это не тот герой, который может выдавать хоть какой-то ДПС. Я также, правда, думал насчет СВС, но СВС, я думаю, даст фору многим персонажам в L2. Но с овером прям вообще все печально. Как Мне вот думаешь? интересно, кто сильнее будет, все-таки Варк или Овер? Овер за счет того, что он может магии сильнее бить из Arcane Power, или Варк за счет Great Fury, который будет сильнее бить с руки? Нет, с руки больше будет. У Варка тоже есть Soul Cry, просто я в Варка верю. Главное, чтобы Great Fury сработало, чтобы... Не-не-не, я не про Soul Cry, я про Great Fury, который 83 скилла Варка. Я знаю, но я про то, что ДПС с руки у них одинаковые, если не было бы Great Fury. Вот, но правда для Great Fury нужно одевать дубинку и прожимать отдельно скилл, так что ну, Два, проблемы могут один, быть. стоп. 58, 654. Осталось ХП. По-моему, Эвер будет на последнем месте среди топ ДПС. 967,5. 967. 967. Да, вот такие показатели нам выдают персонажи без бафа совершенно. Мне Это... кажется, это первый персонаж, который нанес меньше 1000 ДПС На на фулл фулл бафе, бафе. да, это прям бред какой-то. Ну ладно, у нас еще есть козырь в рукаве, это Леги Лайт. По-моему, это, наверное, один из самых топ ДПСных сетов, которые только могут быть, и как-то он в этой рубрике тоже полюбился. И ножик. Ножик для Варка и Овера, это, наверное, одна из лучших пушек для ПВЕ, я думаю, для ДПСа тоже. Давай Что... затестим. Так, ну что, я бафнулся на воина, переодел сет, хоть он и выглядит так же, как и Леки Роба, но это лайт. И одели ножик на критикал дамаг. А в принципе шанс крита у нас все равно максимальный 500, скорость атаки близко к максимальной. И возможно в этот раз ДПС будет более-менее приличным. А Soul Cry прибавляет примерно 25% дополнительной физатаки. Почему-то вот в этот билд я верю больше. Ну что, восстанавливай мне МП и поехали. 3, 2, 1, поехали. А, правда, самое печальное то, что я вообще никакие скиллы не могу прожимать. И по факту получается овер выдает ДПС чисто с помощью Soul Cry. И все, вообще Слушай. больше ничего нету. Нету ни пассивок, нету ни дебаф, ни активок, вообще ничего. По-моему, это один из самых худших персонажей для разгона ДПСа. Худших, не худших, но у меня есть такое ощущение, что ты меня убьешь даже Я уверен, что я тебя убью, но убью ли я по тебя том быстрее, билде. чем за 30 секунд или Нет, дольше? дальше. Ну, в принципе, как и В 50 бы ложиться. 50. Ну что, Да, неужели он будет ложишься. хуже 40? Ну, не знаю, посмотрим. 44 секунды. 44 секунды. Ну, вроде получше 40. Сколько у нас ДПС выходит? Выходит 2645 ДПС. 2645. Это больше, чем у 40, но всего лишь на процентов 15-20. Это смешно.
Я на самом деле думал то, что гораздо больше будет ДПС с таким билдом, но я ошибался, что насчет магии, так и насчет мели-атаки. Ну, печально, овер очень печально в ДПСе, но его тоже нужно было проверить. Вносим его в табличку. Кстати, таблицу вы можете видеть на своих экранах. Да, вышел достаточно короткий выпуск, но я думаю, следующим выпуском мы вас порадуем. Это будет Гладиатор. Многие его ждали, многие его просили. И я думаю, то, что «Гладиатор» будет гораздо интереснее и гораздо динамичнее. Лемур, как тебе этот выпуск? Но выпуск короткий, странный. Овер не тот человек, который может нанести хороший ДПС по груше. Овер Но это варк, вообще не человек. ну да, на самом деле это орк. Но тот же орк, который варк, все-таки за Грейт Фьюри опередит его. Может быть, Нет, даже не на тысячу, опередит. на полторы. Не опередит, потому что ему нужно будет менять оружие. Это гемор, это... Не думаю то, что там получится опередить. Ну ладно, к варку мы вернемся гораздо позже. Опять же, напоминаю то, что мы начнем запись следующего выпуска, как мы наберем 500 лайков. А на этом будем прощаться. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за подписки на канал и пока-пока. Всем пока!